Он отлично понимал, что был на грани провала. И тем не менее он считал сегодняшний день одним из самых удачных дней своей жизни. Это была серьезная, крупная удача, потому что он был живой. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Мое начальство приказало посоветоваться с вами, тут у меня одно запутанное дело.